Мы презентуем технологию перевода любого транспортного средства в беспилотник. В частности, представленного на мини-тракторе «Уралец». Главными особенностями нашей технологии является то, что она максимально дешевая. Ну, например, сложностью данного проекта было то, что трактор на механике, то есть нужно сцепление, коробку переключать, и мы это реализовали. Там стоит распределитель, там на азоруль отвечает гидроцилиндр, и, соответственно, уже идет управление. Это все легко дорабатывается от самых простейших, грубо говоря, вот это является простейшим вариантом при прямом зрительном контакте с пультом управления, и вплоть до искусственного интеллекта, управляемого со спутника и с компьютером. Также мы уже сделали техническую документацию уже по данному экземпляру. Самое главное, наверное, да, что я здесь увидел, это то, что ребята не безразличны, они действительно хотят, и самое главное, могут расти. И мне кажется, наша общая задача сейчас и с коллегами из образовательного блока, и с коллегами из промышленного блока, это вот этот потенциал, а он действительно огромный, использовать, по возможности оставив его, разумеется, в Челябинской области, чтобы ребята как раз трудились и дальше думали о развитии родного региона.